Всем привет! С вами Георгий Артмеладзе и портал Sport Club. Что бывает, когда встречаются официальный чемпион с клубом, который уже официально понизился в классе? Ответ прост. Счет 6-0. Именно с такими цифрами завершилась игра очередного тура испанской Ла Лиги, в которой сошлись мадридский Реал и Леванте. Леванте на протяжении сезона штормила, команда была то последняя, то предпоследняя, и в роль спасителя претендовал итальянец Лисси, 36-летний тренер, не имеющий никакого игрокского опыта. Он в 26 лет уже начал тренировать, но не смог сохранить Леванте для Ла Лиги. Его тренерских методик, видимо, не хватило, да и состав, будем честны, там очень сырой. Реал получалось все вообще в этом сезоне, он забивает очень много, он обыгрывает и большие команды, и маленькие, не теряет очки там, где не нужно, поэтому все это вылилось в чемпионский титул. Отрыв от Барселоны 12 очков, и это очень внушительное расстояние, если мы говорим об очках. Барселоне, скорее всего, придется очень-очень проделать большую работу, чтобы приблизиться к уровню Реала в следующем сезоне. Что хочется сказать по этой игре? Реал в очередной раз применил тактическую установку 4-3-3 в подмогу к Модричу. Вместо его любимчиков и давних партнеров в лице Кросса и Казимира вышли Камавинга, за которым присматривает Ливерпуль, и футболисты также опорной зоны Вальверде, который частенько тоже появлялся на поле в нынешнем сезоне. Реал на протяжении всего матча бомбил ворота Леванте. Открыл счет защитник из Франции Менди. Карим Бензема забил один из своих дежурных голов. А под занавес первого тайма отличился бразилец Родриго. Тот самый, который вынес Манчестер Сити двумя ногами вперед в полуфинале Лиги Чемпионов. Дальше солировал только Винисиус. Бразилец, к которому приковано внимание вообще всей прессы и болельщиков, и экспертов в протяженности земного шара, оформил хэт-трик. И этот хэт-трик стал для него первым не только в Ла Лиге, но и вообще на профессиональной карьере. С чем мы его и поздравляем. Скорее всего, Винисиус пролонгирует свое соглашение с Реалом и будет одним из самых высокооплачиваемых и самых дорогостоящих футболистов планеты, которые только рождались за последние годы вообще в футболе. Что хочется сказать об этой игре? Реал, применив, как я уже говорил, свою излюбленную схему 4-3-3, очень классно маневрировал. Он старался искать свободные пространства, лазейки, атаковал флангами, использовал все пространство, а несравненный Лука Модрич в 37 лет отдал две результативные передачи. Хорват, конечно, маэстро, и без него представить Реал практически невозможно, и очень хочется, чтобы он завершил свой профессиональный путь именно в Мадриде, потому что Модрич — это сердцевина, это мозг, это, скажем так, человек, вокруг которого все обрастает. То есть это, можно сказать, семя, да, которое кидаешь в землю, и вот через него вылетает что-то такое крутое. И вот я уверен, что Модрич в будущем сезоне будет исполнять роль эдакого играющего тренера, потому что, скорее всего, он не сможет уже вот выдерживать темп в таком возрасте, да, Ла Лиги и Лиги Чемпионов. Но как преподаватель, как учитель, он будет очень хорош. Всем спасибо за внимание. Делитесь мнением по этому матчу в комментариях. До свидания, до новых встреч.